Дочернее предприятие госнефтекомпании Азербайджана «Сокар Тюркей» в своих учреждениях в Стамбуле будет использовать зеленую энергию. Решение принято с целью сокращения выбросов углекислого газа. Крупнейший иностранный инвестор в Турции «Сокар» планирует использовать зеленую энергию в общей сложности в 22 зданиях компании, в том числе 4 административных корпусах. Сейчас в устойчивой энергетике для потребителей и организаций гораздо более важным является, из каких источников производится электроэнергия, отметили в компании. Учитывая, что в 2021 году объем электроэнергии, используемый во всех наших учреждениях, включая головной офис в Стамбуле, достигнет 14,5 миллионов киловатт-часов, мы можем сказать, что примерно в этом же объеме энергия ежегодно будет поставляться из возобновляемых источников.